Я покажу три упражнения для внутренней и внешней части бедра. Как убрать так называемые ушки. Итак, первое упражнение. Выпады. 10 раз. Десять раз на правую и 10 на левую. Следующее упражнение. Выполняем 20 раз. Напрягаем пресс и ноги. И еще одно. Jumping jack. Итак, делаем все упражнения 20 раз, затем отдыхаем и через 20 секунд начинаем все заново. Вперед!